Все, пошли. Сколько вам еще? Сколько вам еще? Здесь мы варим еду. То есть вот в этих кастрюлях у нас готовится пища. Ну а теперь я вас проведу в наше, можно сказать, бомбоубежище. Где надо. Пойдемте. У нас есть своеобразная, но при этом у нас есть аптека. То, чем мы можем оказать помощь не только нашим проживающим в бомбоубежище, а еще людям вокруг. Чем мы, кстати, и занимаемся. То есть у нас вот, ну, в принципе, мы готовимся к ужину. У нас был на обед гороховый суп. Поэтому, ну, то есть, опять-таки, повторюсь, с продуктами нас снабжают. У нас нет гуманитарной катастрофы. Идемте дальше, я вам покажу, как мы дальше живем. Вы знаете, я попала сюда, начались сильные обстрелы. Но сказать, что обстрелы, это почти ничего не сказать. Город начали бомбить. И 24 февраля начались военные действия. Уже прям близко к городу. И я побыла дома до 9 марта. И больше уже дома не могла. Больше дома не могла быть, потому что в квартире находиться было невозможно. Я в одну душу отнесу, а вот наш вышел полнее я была.